просишь у подруг моих мой номер телефона. Ты набираешь вызов, но абонент не зоны. И завтра ты проснешься, будешь набирать мне снова. Прости, но ты купил билет только в мою френд-зону. Ты отпусти меня, я точно не твоя. В следующий раз не набирай, ты не спеши. Держи дистанцию, никак не сдаться мне. Твоим словам, что бывает мне о любви. Не думай о том, что ты какой-то не такой. Какой-то не такой. Мальчик, прости меня, но увы, тебе не справиться со мной. Не справиться со мной. Я твоя вредная привычка. Просто беги.